Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей интернет-портала exeget.ru. И вопрос очень интересный и достаточно распространенный. Если я живу по совести, зачем мне религия? Есть ответ. Ну, во-первых, я бы сказал, что на самом деле, если человек живет по совести, то религия ему не нужна. Именно религия. Вот, потому что христианство это не религия. Христианство это жизнь. Человек говорит, что вот я зову по совести, зачем мне жизнь? Понятно, что он этого не понимает, он исходит из точки зрения, что христианство такая же религия, как и все прочие. И поэтому в этом смысле он, конечно, прав зачем ему такая религия, если он живет по совести, это в сущности тоже какая-никакая религия. Вот. Но есть универсальный ответ на этот вопрос, который можно было сказать и не развивать дальше мысль. В Евангелии от Иоанна Христос говорит, «Я есть дверь, кто войдет в мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет, и продолжаю эту мысль, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. Вот первое свидетельство говорит о том, что есть только одна дверь, в которую человек входит в вечную жизнь. Не рай, который, как думает хороший человек, он наследует, потому что он не может его наследовать. В голове у любого человека есть хорошего, нехорошего, есть мысль о том, что он хороший человек, и за это ему после смерти должна быть хорошая жизнь. А христианство говорит, что на самом деле все не так. Потому что человек спасается не тем, что он хороший, а тем, что он верит. Верит во Христа. Другого входа в эту вечную жизнь нет. А второй отрывок из Евангелия от Ивана процитируем говорит как раз о том что я сказал в самом начале я пришел он пришел чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком и с этой точки зрения вот вопрос просто он не о том человеку предлагают жизнь он говорит а зачем она мне нужна у меня и так есть совесть но мне хотелось бы развернуть ответ на этот вопрос несколько больше есть такое замечательное послание апостола Павла к римлянам. Там очень много, особенно в первой части, говорится о язычниках, о людях, не принадлежащих иудейской традиции. И вот он сопоставляет, сравнивает иудеев, язычников, праведников закона и праведников совести. И, между прочим, там есть такие слова. «Бог, который, на вторая глава, послание к римлянам, Бог, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, и ярость и гнев. Скорб и теснота всякой души человека, делающей злое, во-первых, иудеи, потом и эллина, Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудеи, а потом и Элину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполняющие закон оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают – то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот такой достаточно. Можно было и больше прочитать, потому что, по сути дела, вся глава, она посвящена как раз праведности язычников, то есть праведности людей не закона и не верующих в единого Бога и не верующих во Христа. Но здесь есть, здесь есть два нюанса, на которые обычно не обращается внимания. Во-первых, речь идет все ж таки об язычниках, не об атеистах, об язычниках. Все дело в том, что человек, он, как в предыдущей главе, в первой главе послания к Римлянам говорит апостол Павел, человек совестью своей знает и умом своим знает, что Бог есть. Просто это ему не нравится, это его не устраивает, он не хочет этого признавать, он делает некое допущение некий компромисс своей совестью и говорит Бога нет нет совестью он подсказывает что он есть ну про совесть мы еще скажем просто человек принимает такую мысль принимает такую идеологему принимает такое мировоззрение он стоит на такой идее а в результате он не покоряется истине как говорит здесь апостол Павел что те которые покорны истине а те, которые непокорны истине, они будут осуждены как непокорные истин. Потому что человек совестью своей знает, что Бог есть. Все окружающее ему свидетельствует о том, что Бог есть. Но тем не менее он это отвергает. Он не ищет этой истины, он не служит этой истине. А главное, что здесь говорит апостол Павел, Человек, который ищет бессмертие с точки зрения атеиста, какая такая бессмертие? Бессмертие предполагает какую-то вечную субстанцию, как бы вы ее ни называли, как бы вы ей не поклонялись, но некая вечная жизнь, бы в человеке же нет вечной жизни. Опыт нам не свидетельствует о том, что у нас есть какая-то вечная жизнь. Опыт нам показывает только две вещи. Первую, что всех подобных мне людей зарывает в землю или сжигает в крематоре А второе, что моя душа никак не может с этим смириться. То есть она вечная. Раз она вечная, значит есть где-то вечное бытие. Нам ныне здесь не принадлежащие, значит принадлежащие кому-то другому. Ну и дальше все, как рассуждают большинство философов, как рассуждали большинство философов до определенного времени, разум нас принуждается принимать во внимание, что Бог или некая абсолютная сущность, или вечное бытие, к которому я должен стремиться, есть. Если я к нему не стремлюсь, я лукавлю, то есть неправдив, то есть не ищу истины и неправеден. Совесть в данном случае для нас является инструмент. Непокорность истине показывает то, что я сопротивляюсь Христу, и я действительно ему сопротивляюсь, у меня есть атеист, который просто не знает о том, что Христос есть, но он может считать, что там есть какая-то абсолютная сущность, может считать, что есть какая-то вечная жизнь. Ну, как-то он понимает, просто в его разум не вмещается пока представление о Боге. А есть атеист, который отвергает эту вечность, отвергает вечную жизнь, отвергает вечное бытие Бога, а значит отвергает Бог значит, спорит с ним, хотя и называет это некой изначально выбранной концепцией. Это первое, что хотелось бы сказать. Во-вторых, совесть, люди мало задумываются о том, что такое совесть. Но в Священное Писание совесть имеет эпитеты. Она называется немощной, совесть называется больной, а самое страшное, совесть называется сожженной. То есть совесть это не безусловный компонент. Это, э, она в нас, э, скажем, динамична. Динамично она меняется вплоть до того, что может скукожиться и исчезнуть. С совестью любой знает, можно договориться. Нравственный закон с точки зрения любой системы, на этот нравственный закон, опирающийся даже системы Канта, непоколебимо свидетельствует необходимость бытия Божьего. То есть совесть предполагает априорное присутствие в моей душе нравственного закона, а значит и того, кто этот закон в него вложил. Если нет универсального закона, нравственного закона, никакого нравственного закона, то, э, по сути дела, ничего нет и никакой совести. Это просто мое личное представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Как, собственно, и убеждает нас современный подход к нравственной проблеме. Нет совести, нет нравственного закона. Есть только то, что я или общество на сегодняшний момент считает хорошим или плохим. Тогда вообще о совести говорить не приходится, потому что это некое придуманное и навязанное мне извне или выстроенное самим собой вот некая система ценностей. Ну, собственно говоря, человек, убивающий маленького ребенка, тоже понимает, что он совершает что-то правильное и достойно, он готов отстоять свое право убивать маленькую девочку. Он же оправдывает себя как-то в этом, он же не раскаивается в содеянном. Стало быть, совесть ему ничего не говорит, он прекрасно с ней договаривается. Если же есть единый, универсальный нравственный закон, и есть совесть, как некое динамическое отношение человеческого «я» к этому нравственному закону, то, стало быть, мы должны каким-то образом ему следовать, этому нравственному закону, и совесть свою подчинить этому универсальному нравственному закону. Даже если я еще не верую в какого-то Бога, в религию в какую-то, и уж тем более не пришел ко Христу, я вынуждаюсь признать совестью своей обличаемой, совестью своей подчиняющейся нравственному закону, я должен причать, что, признать, что есть творец нравственного закона, а значит признать бытие Божье. Вот хотя бы в таком в такой парадигме, просто признать, что Бог есть. А значит, если я признаю таки, исходя из нравственного закона, а нравственный закон столь же объективен и столь же универсален, как любой другой физический закон, вот если я признаю с точки зрения нравственного закона бытие Божье, то стало быть, я и так или иначе либо стараюсь принадлежать какой-то религии, либо начинаю искать истину и из и Христа и в конце концов обретаю жизнь, которую дает мне Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.